Вкус соков, которые производит компания Moulton, знаком всем от мала до велика. И не только в России, но и в Восточной Европе. Компания по разработке и выпуску продуктов здорового питания на фруктовой основе, натуральных соков, нектаров, морсов и пюре в асептической упаковке Moulton вот уже 25 лет уверенно работает на рынке. С 2005 года он входит в состав Coca-Cola в России. В управлении профессиональной команды один из крупнейших в подмосковном Щелково завод. Познакомиться с работниками и посмотреть производственные цеха компании приехал глава округа Сергей Горелов. Он пообщался с коллективом, по традиции наградил высших сотрудников и, конечно, поинтересовался условиями труда. В заводе работает примерно 560 человек. Завод оснащен самым современным оборудованием. У нас 18 производственных линий. И, как я уже говорил, наша максимальная производительность в день – это примерно 2 миллиона литров. Это 2 миллиона литровых пакетов. Вот. Что позволяет нас быть одним из лидеров как в России, так и в Восточной Европе. Сегодня предприятие Moulton в том числе и собственный логистический комплекс вместимостью 35 тысяч палетомест, к которому подведена собственная железнодорожная ветка. Качество выпускаемой продукции – приоритет для компании. Moulton применяет профессиональную систему многоступенчатого контроля качества, имеющую жесткие процедуры на каждом из этапов производственного цикла – сырье, вода и технологии, позволяющие сохранить все природные качества, свойственные фруктам, плодам и ягодам. Контроль качества также осуществляется на всех этапах производственного процесса. Предприятие развивается не только внутри, цехов. Ну и, конечно, в дальнейшем предприятие планирует развиваться. Они сегодня делают и свою стоянку для грузовой техники, которая отправляет продукцию. И, естественно, мы не раз уже говорим о том, что тот транспорт, грузовой транспорт, который ходит по нашим дорогам, должен всегда взвешиваться, чтобы не превышать свой весовой норматив. У них будет и своя станция взвешивания уже новая. А это позволит нам сохранить наши дороги на территории городского округа Щелково и продолжать движение вперед, развиваться. Лилия Тимиева, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.